Так, все, мы поехали. Железнодорожный вокзал, полиция стоит. Машины красивые, на джипах ездят. Вот он вокзал. Сегодня какой-то праздник здесь. Вот он вокзал. Манчестер, Пикадилли. Тут еще одна остановка, вот номер второй. Тоже бесплатные автобусы. Мы по кругу проехали. Отправляемся в центр города. Вот этот отель самый хороший в мире, в котором я живу. Я попытаюсь здесь поднять. А парк отель. Тут есть и кухня. Встроенная. И вот еще большой. Хороший отель называется Premier Inn. Вот отсюда видно, люди без козырьков идут. Вот этот, где free bus написано, это все бесплатные автобусы. Это только в Манчестере. А почему бы не сделать в России пенсионерам или инвалидам бесплатный проезд? Или участникам, или ветеранам боевых действий. Полиция стоит, охраняет наш покой. Смотрите, какие. Вот эти двух этажные. Ладно, еще раз скажу. Экскурсионные. Ну, там только на английском языке можно послушать экскурсию. Тираны с флагами, с какими-то. Кому-то плохо стало. Тут бездомные спят возле магазина прямо и кафе. Вот тоже с правой стороны бездомные сидят. У нас такси обгоняют. Прямо летают забудные. Впереди кафе такое красивое. Футбольное здание, тут где-то национальная библиотека, и там, да, все здорово. Вот вперед, там не воскреб. Сейчас я направляюсь в национальный музей футбола. Это
сейчас я ездил, смотрел футбол на центральный стадион Манчестер Сити. Какие часы? На центральную площадь. Сейчас мы по кругу поедем. А, тут на ремонте, вовнутрь не пускает. Только в 2024 году откроется. Придется в 2024 году ехать, смотреть еще раз. Много магазинов, где можно купить хорошие качественные вещи. Это район магазин. В этих автобусах бесплатный интернет, можно пользоваться. Хочу заказать, приближу. Wi-Fi бесплатно раздают. С этой стороны такие здания огромные. Сити Тауэр. Район, заехали. Удивленький вид такой. Все отдыхают, наслаждаются жизнью. В кафе пьют. Безалкогольный. Никто в автобусе не толкается, не хамит. Вот тут я еду, две бабушки, пенсионерки. Что они там разговаривают про жизнь твою. Сбоку нас машина подъехала. Машина с правым рулем. Еще полупустые идут двухэтажные автобусы. Люди не проснулись. 4 фунта, 180 стоит. А, один билет по Манчестеру. Ну, можно еще несколько раз проехать. Я так делал. Если у вас свободности билета закончится, тогда вас просто-напросто не запустят через турникет. Смотрите, на каких джипах полиция гоняет. Вообще супер. Вот они с флагами, ветераны пришли. Смотрите, сколько их много. Целая площадь. Вообще все с медалями, с козырьками стоят. Я проезжаю сейчас возле моего отеля, еще раз покажу это видео. Я вот здесь уже в середине. И тут классный отель Premier Inn. Я в прошлый раз тоже подходил. С этой стороны стоянка. Кто-то пытается без очереди поехать. Сейчас показываю. Вот здесь вот находится банкпост. По-русски это железнодорожный вокзал. Но тут просто так не проедешь. Для автобусов сделали шлагбаум. Чтобы они спокойно заезжали сюда. Вот эти желтые тоже бесплатные. Номер один, номер два, если увидите. Вот здесь вот на этом Рибус у нас бесплатно. Ладно, все, выключаюсь. Выхожу.